С приходом осени для крестьян в Хэйлунцзяне наступила самая трудоемкая пора. Ветер шумит над рисовым полем, крестьяне заняты сбором урожая. В отделениях сельскохозяйственной компании Пейтахона Одерханга ТПСЮ управляет 6 уборочными машинами на заливном рисовом поле площадью более 20 гектаров. Благодаря онлайн-продажам были проданы более 2,5 тонн риса. Стоимость 500 грамм риса колеблется от 6 до 7 юаней. Доход выше очень хороший. Чтобы воспользоваться рыночными возможностями, наш административный район активно помогал крестьянам. Мы распределили для них 6 комбайнов, чтобы они смогли досрочно собрать урожай с рисового поля площадь более 5 гектаров и продать рис. Контрактное сельское хозяйство позволяет крестьянам собирать богатый урожай. В этом году площадь выращивания риса высокого качества составляет более 17 тысяч гектаров. В том числе площадь контрактного выращивания риса достигла 10 тысяч гектаров. В уезде Сун-У наступил период сбора урожая конопли на площади 6 тысяч гектаров. Крестьяне ощутили радости от небывалого урожая. Как одна из ключевых отраслей сельского хозяйства Сун-У, конопляная промышленность не только продемонстрировала преимущество научного управления всем процессом от посадки до сбора урожая, но и реализовала реинтеграцию производства и переработки. В поселке Чжэньяншэн расположены 2 предприятия по переработке конопли, что может обеспечить занятость 200 человек, а годовая мощность переработки конопли может достигать 8 тысяч тонн.